кто-то клюет. О! Сегодня какой-то шнурковый день. Ха! Опять щуп. Всем доброго времени суток. Сегодня решил немножко помормышить. Приехал на моточек, всем уже знакомый. Поставил вот такую незамысловатую дробинку. И сейчас первым в бой пойдут вот такие интересные приманочки от Константина. Похожи на таких джавастиков или полярисов. И на хвосте вот такой вот шарик. Посмотрим, что из этого получится. Передо мной только ушел рыбак. Половил тут ельчишек. Пару окуньков поймал. Ну, посмотрим. Поди, всю рыбу-то не выловили. Будем пробовать. Вот там на стремнине должны быть ельцы. Вода светлая. Должна быть такая мормышечка хорошо заметна. Ну что, пробуем. Что у нас получится? Сейчас здесь маленько, потом перейду туда на камни. И хочу сегодня еще попробовать микроколебалочки. А то что-то набрал, так толком и не ловил на них. Пару раз чего-то покидал. О, кто-то пытается клюнуть. Это уклеечка, скорее всего, или ельчики. Они стоят ближе к поверхности. Так. Пока глухо. Туда в стремнинку. Рыбу расшугали, наверное, уже рыбаки. Опа! Эх ты! Была поклевочка, но... Ельчишка, скорее всего. Вот, еще поклевка. Может, не ельчишка, может, уклеечка. Мормышка где-то весом полграмма. Вот, вот, вот. Вот так. Вот мы кого-то и поймали. Упирается. Как ни странно, но это окунь. Опять заработала резина от Константина. Сейчас мы его сфотаем и отправим подрастать. Красавчик. Пускай подрастает. Так, попробуем еще. Я почему-то думал ельчик.
О, еще поклевочка. Ух ты, убежал. Это тоже был окунек. Работает Константинова резина. Еще кто-то пытается что-то сожрать. Была что-то потяжечка, но бросил. Опа. Все, убежал. Крючочек маленький на этой мормышке. О. Пуньки срываются. Малюсенькие, правда. Так, на хвостике катаются. Или я им не даю заглотить нормально. В прошлый раз приезжал сюда с микроджигом, на фанатика ловил. Ну так, ничего вроде половил. Единственное, что погано, камеры не было. Поехал, на столе так и оставил. Это как обычно. Так. Ух ты, опять супер окунь. Что ж таки, а заглотил-то аж всю. О. А где хороший окунь? Или ему впадал такие маленькие сикарашечки заглатывать? Эх ты! О, какие! Окунишки такие веселенькие. А. Ну, еще разок. Потом точно пойду. Блин, камеру не успел включить. Смотрите, кого я поймал. Вот такой щукан. Ужас. Это надо сфотать. Сейчас отпущу. Тихо. Заглотило это как пути. Отдай! Отдай! Вот такой вот щуканчик. Я думал сначала, что там за зверь сидит. А ну вон оно что. Вот кто рыбам житья не дает. Клюет. О! Сегодня какой-то шнурковый день. Ха! Опять щуп. Тихо, тихо, тихо. О, какая! Супер! Да.
Вот на одну резиночку от Константина, а на одну приманочку уже столько рыбы поймал. Вот так одел в конце, в начале рыбалки. Щипают за хвостик. Так. Посерьезнее кто-то. Такой акушарик. Вот такой красавчик. Сейчас фотаем. Ну что, опа, все, уплыл. Так, дальше пробуем. Все, пока на одну приманку. Опа! Да что такое? Где шнурка? Третий щук! Даже не шнурка, карандаша. Так, а если попробовать покрупнее сейчас поставить насадочку, что будет? Есть у меня такая коробушка со всякими штучками от Фанатика. Сейчас попробуем поставить. О, вот такую ларвочку, как она у нас на мормышке сыграет. Может, щукан покрупнее будет. По снастям сегодня все как обычно. Тропара 0,83 грамма. Катушка Mitchell Mag Premier тысячная. Леска Gamakatsu 0,12, которая у меня уже почти второй сезон стоит. Ну и мормышки, приманки в ассортименте. Еще Trail-Tex у меня там с собой есть. Ну вот я все хочу микроколебалки попробовать. Посмотрим. О, трава поймал, как без нее. Так, вот на эту приманку сегодня была поймана вся рыба. На одну. Сейчас мы ее уберем в мешочек обратно. И она нам еще послужит. А сейчас оденем ларву. Вот так. Посмотрим, что получится. Хотя я уже на мормышке с ней ловил. Нормально ловит. Но ее надо ближе ко дну. Итак, в бидонном слое. И паузы маленько делать. Вот и ларвочка сработала. Кто-то у нас там. Ага. Акушарик.
Вот такой окунишка. Попался на ларву. О! Вот и ларвочка сработала. Нормально, на мормышке, без проблем. Придавил так по-нормальному, сразу раз, без всяких там выкаблучиваний. Так, походу кто-то клюет, что ли, опять. Эх. Блин, повисла травина. Во, сбили. Проворонил поклевку. Ладно, ловим дальше. Что-то как-то на ларву не очень хотят. Одного окуня вот поймал и все. Сейчас попробуем еще одну вот такую приманочку. Тоже Константин делает. Посмотрим, что из этого получится. Вот такая вот. Тоже достаточно узнаваемая конфигурация. Кто-то был прям. Уже поверху схватил, но похоже на яйца. Сейчас попробуем еще разок. Сейчас пусть утонет маленько. Наверное, все-таки поменьше надо что-то. Так, кто-то у нас клюнул. Опа! Вот такой елец. Стой! Удрал, блин! Вот на такую. Приманочку. Так, попробую обмельчиться. Тоже резина от Константина. Вот такие вот пиявочки какие-то тоже с шариками на конце. Попробуем, что у нас из этого выйдет. Константин у нас делает резину в основном именно под мормышку. Попробуем сейчас уменьшиться. По всем прикидкам, сейчас будем ловить уклейку и ельцов. Ну, посмотрим. Клёвочка была, тут теребит.
Так. Кого-то словили. О! О чем я вам говорил? А? Ну, такого надо сфотать. Ничего, да? Хорошенький. Таких бы штук эдак 50. Сама жарёшка была бы. Так что ловите на мормышку. Вся рыба, что есть в речке, вся ваша, наверное. Подожди, подожди, сейчас отпущу. Эх, хороша селёдочка. Так. Опа. Что, пробуем дальше. Кто-то у нас опять клюнул. И кто это у нас? Акушарик тоже еще. Это у нас супер ёрш. Вот такой ёршище. Все-таки удалось зацепить. Наверное, ельчишка какой-нибудь. Нет, акушарик. О! Все, утонул. Вроде темновато уже. Кто-то опять клюнул. Темнотища уже, не видно нифига. Оба-оба-оба-оба-оба. Оба-на! Вот это селедочка. Стой, стой. Ух ты. Вот это селедочка. Ох, рыбка классная. Давайте отпустим. Опа! Только что-то на ельца не больно похоже. Что за зверь, не знаю. Ладно.
Опять кого-то поймал. Блин, темно, уже не видно нифига. О! Еще одна селедка. Вот это точно елец. Все, отцепился. О, какой! Жирненький. О, о, о! Это еще что за нафиг? О! Королевский ёрш! Как же тебя отщепить-то? Во какой! Не знаю, видно там что будет, не видно. Уже темновато что-то. Вот щука с окунем, наверное, встали. И начала рыбешка активизироваться. Блин, я точно домой не уеду. Заплюнул-то так здорово. Наверное, вам-то, наверное, уже не видно ничего будет. Я-то еще что-то тут в потемках вроде вижу. Ладно, на этой ноте закончим рыбалку. Все. Сейчас точно все. Пора собираться, а то уже темнота.